Сотрудники госнаркоконтроля задержали организованную преступную группу, занимающуюся сбытом наркотиков на территории Чувашии. В ее составе были двое жителей Чебоксара и гражданин Таджикистана, который неоднократно попадал в поле зрения сотрудников наркоконтроля. Иностранный гражданин наладил канал поставки вредных веществ в нашу республику. Чебоксарец и его знакомые хранили на квартире наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта. Все трое задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.